8 сентября – единый день голосования. Муромлянам предстоит выбрать главу муниципального образования и депутатов городского совета. На должность главы округа в предстоящих выборах претендует 5 человек. На 30 мест в Совете народных депутатов – 147. Максимальное количество претендентов – 7 кандидатов на одно депутатское место в первом одномандатном округе. Избирательные участки будут работать с 8 утра и до 20 часов вечера. Для участия в голосовании избирателю необходимо будет иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации. В день выборов будет организована работа буфетов. Местные предприятия общественного питания предложат выпечку по 10 рублей. Будет организована дегустация безалкогольных напитков, кваса и лимонада от компании «Домашние рецепты». Те горожане, кто примет участие в выборах впервые, получат памятные сувениры. Проголосовать досрочно можно вплоть до 7 сентября. В помещении территориальной избирательной комиссии, которая находится на первом этаже городской администрации. Время голосования в рабочие дни с 17:00 до 21 часа, в субботу с 9 до 13 часов.